Да, мы будем встречать Новый год во всей красе и нарядим интерьер по-особенному. Добавим классики Букингема в наши квартиры. Добавим света, объема, воздуха и торжество стиля будет в каждом доме, где будет висеть такой тюль. Особенное предложение, одно из самых любимых на телеканале Шоп-н-Шоу, потому что действительно хранит в себе таинство необычного создания этого полотна. Я вам его обязательно раскрою, мы с вами поговорим о всех секретах. Сейчас узнаем сначала уютную цену за целых 3 метра жаккардовой органзы, и потом пойдем знакомиться с вами с цветами. Представляете, цена 1499 рублей, и это за 3 метра такой роскоши, посмотрите на свои экраны. Это абсолютный хит нашего телеканала, тюль уютная классика. Но еще сюрпризы у нас впереди, у нас для вас есть цвета на выбор. Давайте знакомиться с цветами, у нас с вами огромная палитра, золотой в центре внимания, потому что это свет тепла. И, конечно же, вот сейчас, когда зимой хочется, темнеет рано, кстати, и вот мы мучаемся все от нехватки света, поэтому, конечно же, и прозрачность органзы, и золотой помогут вам согреться. Главный цвет года – зеленый. Он здесь у нас в малахитовом исполнении. Очень эффектно, изысканно выглядит с золотой нитью, Аришенька, согласись. Ну, просто чудо. Если вы следите за тенденциями моды, этот вариант для вас. Вот оно, снежное чудо, серебро называется этот вариант уютной потрясающе, классики. Потрясающе. Самый новогодний цвет, самый праздничный, вдохновляет настолько, что вот уже хочется улыбаться с первой минуты. Согласна, вот любая зима будет сказкой, когда ты смотришь на окно с таким тюлем. Я уже представляю его на окне, это просто будет зависть для гостей. Согласна, все приедут на Новый год и скажут, да у тебя уютная зима. Слушай, не надо свою квартиру, да? Точно. Салатовый оттенок. Этот цвет, кстати, очень такой спокойный зеленый или салатовый, он очень хорошо помогает нам успокоиться. Вот если вы на нервной работе, если много детишек, с ним всегда нервотрепка. Успокаивайтесь в таких комнатах, находитесь побольше рядом с этим цветом. Психологи говорят, глядя на него, какое-то такое умиротворение получается. Так. А вот цвет творчества, я обожаю его. И на сегодня это будет мой выбор. Цвет фиолетовый. Это цвет гармонии, цвет правильной энергии по фэн-шуй, и дизайнеры считают его цветом творчества, цветом вдохновения, благостным очень цветом. Пожалуйста, выбирайте вот эту нежность. Так, следующий цвет, слушай, ну этот самый богатый, царственный, роскошный, да. Бордо, конечно, это цвет царственный, цвет, который украшают очень многие дворцы. Золото с бордовым считается цветом богатства, статусности. И это, конечно, такой очень яркий акцент в интерьер, если вы хотите именно сделать его, знаете, поблагороднее, поднять уровень вашего вообще восприятия себя дома. Стабильности цвет очень приятный. Мне нравится цвет зрелого вина, он, конечно, очень привлекательный. Золотом смотрится очень роскошно. И цвет, который вы уже видели на своих экранах, это цвет золота. Вы знаете, когда сегодня у нас такая серость, да, за окном, вот украсьте свое окно золотом и почувствуйте, как меняется ваше настроение. Цвет тепла, цвет солнышка, цвет, который подарит вам непревзойденный уют именно в холодной зимой, холодной промозглой осенью. Добавляйте в темные комнаты, которые на северную сторону выходят, именно золотые оттенки, и вы увидите, как дома станет теплее. Слушай, Юль, я, знаешь, как в магазине уже ходила сейчас, так, этот я хочу на кухню, этот я хочу в спальню, здесь я хочу успокаиваться, я все хочу, знаете, за 1499 рублей можно позволить. А ты куда рекомендуешь повесить? Ой, ты знаешь, органза вообще самый универсальный материал, особенно жаккардовая органза. Вы посмотрите, как эффектно выглядит она самостоятельно. То есть даже без соединения с какими-то портьерами, как самостоятельный наряд для окна, идеально подойдет и для спальни, и для гостиной, и для кухонных пространств, столовых комнат. Максимум света. Вам достаточно выбрать только цветовой ваше сочетание, вот что вам ближе к душе. А вы уже выбрали свой цвет? Выбирайте. 1499 рублей. 3 метра роскоши. Посмотрите. 5 цветов на выбор. В любую комнату абсолютно. А лучше, конечно, в каждую, потому что цена приятная. Юля, ты сказала слово жаккард. Да. Расскажи, пожалуйста, я вот чувствую фактуру. Я вижу эту красоту. Как это выполнено? Вот помнишь, в начале презентации я сказала, что здесь
таинственное полотно. Здесь есть секрет создания. Дизайнеры вдохновлялись, видимо, историей, насколько я понимаю, потому что этот элемент, вот эти выпуклые, очень красивые рельефные узоры, это имитация линкруста. Линкруст – это как лепнина во дворцах. Она украшает очень многие дворцы по всему миру. Фамильные замки в Англии, Букингемский дворец. Это классика, которая считается одним из самых таких необычных украшений, считается предметом роскоши. Вот наши дизайнеры, видимо, листали, не знаю, исторические журналы, решили обратиться к классике, которая всегда уместна. И прямо вот этот объем и рельеф сделали по типу жаккардового плетения из шелковой или люрексовой нити. То есть мы с вами сейчас окунаемся вот в эту красивую историю, и в дому у вас будет так, как во дворцах. Очень красиво. Это, конечно, необычно. Вы подчеркнете, да, конечно же, необычный вид вашего помещения, будь то гостиная, будь то спальня. Подарите статусность интерьеру, уверенность, что вы выбрали что-то совершенно необычное, и, конечно, это хорошее настроение дома. Ой, хорошее настроение не только у вас, но и у ваших гостей. Только представьте, когда за новогодним столом соберутся все ваши родные, все близкие, и у вас на окнах будет висеть новый тюль, уютная классика. Я думаю, что действительно обстановка будет особенной, которая будет присуща только вашему дому. У нас остается всего 170, это последняя цена. Другого варианта и предложения уже не будет никогда. 1499 рублей. Прямо сейчас звоните и заказывайте. А мы пока поговорим о практичности. Юль, я бы хотела у тебя узнать. Знаешь, моя подруга когда-то купила блестящие шторы для себя. После первой стирки блеск осыпался. Ну, это, видимо, было напыление, возможно. В данном случае это не вышивка и не напыление, а это вплетенная нить в основное полотно органзы. И это делает конструкцию надежной. Жаккард – самое надежное полотно. Вот смотрите, в полированную нить, в основную, крученую, крепкую полированную нить органзы, вплетена люрексовая нить и шелковая. Вот так шаг за шагом создавался узор линкруста. Поэтому никаких осыпаний, ничего не посыпется даже после стирки в стиральной машине. Смело можем стирать при температуре 30 градусов. Это износостойко и практично. Вы уверены, что вы сделали хорошее, надежное вложение в собственный комфорт. И это 3 метра роскоши на вашем окне по цене 1499 рублей. Слушай, я была в магазине, конечно, и совершенно обычный тюль, вот такой из органзы, просто без украшений жаккардом, будет стоить более 1500 рублей. Вы получаете необычное решение, вы получаете жаккардовую органзу. Ну что ж, и у нас еще 5 цветов на выбор, давайте еще раз выберем для вас именно цвет ваш. Обязательно. Ну, золотой у нас как главный цвет сегодня, потому что это цвет солнышка, мы боремся за свет, которого сейчас нам, правда, не хватает. Да. Ну, а если вы борцы за стиль, если вы хозяйка, которая следит за модными тенденциями, тогда я вам расскажу, что зеленый – это главный цвет года, и он считается самым популярным и самым стильным, ну и, соответственно, вы самая модная хозяйка. Это зеленый. Особенно зеленый мне нравится сочетание с золотом, очень красиво. Очень эффектно, правда. Серебро – самый праздничный, самый новогодний, самый торжественный цвет, универсальный. Такой тюль подойдет абсолютно под любые ваши портьеры. Вообще, я очень, как дизайнер, люблю органзу, потому что серебро, да еще и с органзой, настолько уместно с любыми другими фактурами соединяется, что вы не прогадаете, это точно. Салатовый цвет, ну, для тех, кому надо спокойствие. Вот кто хочет принять... Кому его не надо. Да, всем надо, действительно. Решение принять правильное. Находитесь рядом с таким цветом. Вот просто смотрите, и это влияет очень хорошо именно вот на психоэмоциональное состояние человека. Так, фиолетовый. Сегодня выбираю себе, да. Признаюсь, ну, очень мне нравится именно это воплощение. С золотой нитью фиолетовый смотрится настолько оригинально и нетривиально, вы подчеркнете ваш изысканный вкус цветом гармонии фиолетовым. Слушай, я только представляю, даже когда к люстру, когда зажигаешь вечером, как будет смотреться фиолетовый. Слушай, ну, ты очень правильно сказала про люстру. Органза, в данном случае хамелеон, ее такого типа органзу называют королевой гардинных тканей. Она очень красиво освещает комнату при разном типе освещения. Вот под каким углом свет люстры, насколько интенсивно освещение, очень будет красиво, попробуйте. Ну, недаром ее называют королевой гардинных тканей. Бордо.
пожалуйста, бордо. Это активизация, знаешь, всех зон такого богатства. Так, притягивает положительную энергию с финансовой точки зрения. Это цвет богатства, статусности, это бордо. То есть, если хотим привлечь деньги в 2018 году, нужно вешать, то правильно? Бордовый. Я так понимаю, сейчас все взяли салатовый и бордо в одну комнату, чтобы успокоиться, в другую, чтобы получить прибыль перед Новым годом. Ну, а хорошее настроение. Это не шутки, это цветотерапия. А хорошее настроение подарит вам золото. Это не только тоже, знаете, признак богатства. Это еще и желтые оттенки, которые солнышко заменяют нас зимой. У нас остается всего 150 предложений. Не упустите возможность за 1499 рублей заказать для себя 3 метра роскошного материала на ваши окна. Это новое настроение, это преображение вашей квартиры. 5 цветов на выбор. Это потрясающе. Посмотрите, любую спальню, гостиную, кухню. Юль, кстати, про кухню я еще хотела спросить. Сейчас на поговорим. Кухню вешать жировые загрязнения, насколько практичен будет материал, как органза? Смотрите, даже белый, даже без портьер, вот так серебро. Отдельно, эти роскошные, снежные 3 метра со скрящимися вот такими просто звездочками, вы смело можете вешать даже на кухню. Вот сейчас очень красиво видно на камере, обратите внимание, блеск полированной органзы, королевы гординных тканей, с роскошным, исторически признанным узором линкруст. Потрясающе совершенно. Пожалуйста, даже если это кухня. Сложное пространство, так. Где у нас жировые загрязнения, пыль вместе с жиром оседает, потому что мы готовим. Так тогда нам точно сюда, к жаккардовой органзе из полированной полиэфирной нити. Потому что, во-первых, можно огромное количество раз постирать смело. Отстирывается. Очень хорошо жировые загрязнения от полиэфирных нитей. По прочности органзе нет равных. В линейке прозрачных тканей она самая прочная считается. А в данном случае еще и укреплена жаккардовой, шелковой и люрексовой нитью. Поэтому смело вешаем в любую комнату и радуем себе разнообразием интерьера. Порадуйте себя перед Новым годом всего лишь за 1499 рублей. Ведь это 3 метра. Ну вот сходите в магазин и узнайте цены. А сначала отложите для себя это предложение, потому что у нас остается всего 130 предложений. Порадуйте себя, порадуйте своих близких. Это, кстати, будет отличным подарком. Юль, помнишь, я тебе рассказывала случай? Моя подруга убрала из кухни тюль, потому что, когда открывала окно, у нее газовая плита, тюль вот так вот слишком близко к огню, и ей я поняла, казалось, что безопасность это опасно. Да-да-да. Понятно. Смотрите, в таком случае... Кстати, такое очень распространенная история на самом деле. Смотрите, как здорово сделали наши дизайнеры. Вот этот функциональный элемент называется кант-утяжелитель, такая тяжеленькая тесемочка, которая притягивает полотно к полу и не дает ему в случае открытого окна взлетать под потолок. Если это кухня, то это еще и безопасность, кроме красоты. Вот смотрите, давайте мы это вот прямо продемонстрируем. Вот я отпускаю, полотно само себя выпрямляет, аж притянуто кантом. Дальше открываем окно. Смотрите, что получается. Она не взлетает к потолку, супер, а идет эффект такой. Паруса. Ага. Да. И это не только безопасно, да, если это кухня, это еще очень красиво с точки зрения, мы создаем движение в интерьере. Жить хочется в таком пространстве, когда есть движение. Здорово. Если не можете позволить себе фонтан с водой, то воздушные шторы для вас. У нас 100 предложений всего лишь осталось и 1 минута для того, чтобы сделать заказ. 3 метра за 1499 рублей. Жаккардовая органза, утяжелитель, новое настроение для вашего дома. Не только для гостиной, но еще и для спальни, для кухни. Юль, скажи, пожалуйста, вот я сказала насчет подарка. Когда я дарю подарки, я всегда думаю о том, кому дарю, как будем вешать наш тюль, есть ли там специальные приспособления, Юль. А то один раз я даже тюль сдавала, ездила, очень много времени потратила. Есть, мы с вами сэкономим на шторной ленте порядка 1000 рублей, потому что у мастеров так. Это стоит именно так, а здесь она уже пришита, поэтому крючочки, крокодильчики или даже штанга не имеет значения абсолютно. Любой ваш карниз с удовольствием примет в свои объятия уютную классику. Все предусмотрено. Что мне нравится в этом ярком, эффектном, историческом, культурном дизайне, что даже если окошко, Арина, ну, с какими-то там, знаешь, ну, старенькое дефектами, окно, скажем с дефектами, так, рамы да? не поменяли еще. Часто ничего, бывает, дома да. все равно будет красиво, потому что скроет все недостатки, да, вот архитектуры вашей, это шикарная, уютная классика.